Свободу президенту. Сотни людей в бразильском Сан-Паулу требовали освободить бывшего лидера страны. Луиса Инасио Лула да Сильву приговорили к 12 годам заключения по обвинениям в коррупции. Однако сторонники экс-президента требуют изменений в законодательстве. Верховный суд страны на днях должен их рассмотреть. И если документ одобрят, подозреваемый сможет находиться на свободе, даже если его признают виновным, пока все возможные суды не отклонят апелляции. Митинги в поддержку Лула да Сильвы прошли также в Аргентине и Уругвай.